Почему ты считаешь, что розыгрыш с геликом был постановой? Я участвовала в одном розыгрыше, очень была активна, и в какой-то момент выиграла девочка, которой было 11 лет. А потом у тебя была маска, где надо было моргнуть и поймать 5000, и ты сказала, что их будешь всем раздавать. Я их поймала буквально минут через 10-15. Мы раздали всем, многим, на самом деле. И ты не посмотрела, через несколько часов выложил историю какой-то женщины, которая вот только что ее выложил. И я такая думаю, раз ты всем раздаешь, почему меня обошли стороной? Я удалила диалог, но я писала Гусейну об этом, если он зайдет в директ. Сейчас, подождите. Давай. Я здесь. Хоть они? Господи, телефон такой держу. Смотри, она уже улыбается. Гус, как ты это делаешь? Смотри, давай я на тебя просто подпишусь. И это будет самое, мне кажется, крутое. Нет? Давай. А потом отпустят меня.